Всем привет, ребята! И в этом выпуске у нас с вами давайте рассмотрим кукри, оружие кукри, холодное оружие, да, грубо говоря, такой вот нож у нас с вами. Характеристики его можете наблюдать. Конечно же, очень высокий урон у него, и скорость атаки тоже также высокая. Давайте, наверное, мы с вами отправимся в бой и в бою посмотрим, как это все будет выглядеть, как работает данное холодное оружие. Вот так вот он его осматривает. И это просто искусство. Не посмотрел, что производство. Бразильское, наверное. Вертит, крутит вот так. Уверенно держит в руке. Передвигается с ним. Быстро. Атакует внезапно. Нам бы только подобраться бы. Передвигается быстро, вот даже с одного удара, можно так сказать, поражает противника. Конечно же, может быть, не во всех случаях, но, по крайней мере, урон у него очень хороший. Если все-таки получится подобраться и выйти на ближнюю дистанцию, то этим оружием ты быстро сможешь убрать своего противника. Отличный такой топ. Сталь очень крепкая у этого оружия. Таким оружием и слона можно заколоть. Наверное. Заточка очень хорошая. Таким запросто можно расколоть арбуз или перерезать канат. Ну или вспороть брюхо. Как бы не составит особого труда. Главное подойти на ближнюю дистанцию, а там, как говорится, у вашего
противника уже останется очень-очень мало шансов на выживание. Очень легко и непринужденно данный нож кукри, да, у нас с вами называется, убивает противников, да, и поэтому, конечно же, оружие достаточно эффективное. Вот, в общем-то, топ оружие холодное, отличный вариант в вашем арсенале, как говорится. Вот. Ну и кто станет счастливым обладателем такого оружия, думаю, оно послужит достаточно длительное время и будет вам служить верой и правдой, как говорится. Ну а так, кроме шуток, действительно, оружие бомбовое, топовое оружие, очень хорошее у нее, у этого ножа урон, да, и скорость атаки. Вот, поэтому, конечно же, я думаю, что в арсенале каждого игрока такое оружие бы не помешало бы. Ну а там, конечно, каждый по своим возможностям, ну и своему желанию, да. Может, кому-то не нравится, да, такого фасона нож, такого плана. Вот, это уже дело личное, как говорится. Ну а мы продолжаем, ребят, двигаться дальше, да, по игре. Играем в нашу любимую игру дальше. Вам желаю, как всегда, хорошего настроения, побольше вам хороших игр, побольше вам побед. Ну а мы с вами прощаемся до следующего видео. Все, всем пока.